Сегодня Лиза Мисникова отправится на детское Евровидение 2019 в 15 часов. Наша представительница вылетит из национального аэропорта Минск по маршруту Варшава-Катовица. В музыкальной командировке артистку поддержит команда профессионалов в составе белорусской делегации балет, педагоги по вокалу и хореографии, стилист-имиджмейкер, врач-фуниатор, представители Белтелерадиокомпании, а также команда агентства теленовостей. Уже завтра Лизу ожидает насыщенный день съемки визиток, также церемония открытия конкурса.